Доброе утро. 25 апреля. Контрольный завес. Сто двадцать девять, 750. Фиксируем. Теперь запишем. 129,7. Так, за прошлую неделю потеря веса составила 3 килограмма. То же самое, как и за предыдущую. Результат очень хороший, хотя, конечно, хотелось бы помедленнее избавлять. 3 килограмма в неделю — это многовато, но ничего поделать не могу, вроде бы все соблюдаю. Так, ну вес изначально большой, поэтому я думаю, как бы это нормально. Ладно, ничего менять не собираюсь, идем как идем. Общая потеря веса с 10 января, ого, составила чуть меньше 40 килограмм. Получается 39 килограмм минус. Отличный результат. Продолжаем стройнеть. Присоединяйтесь, худейте вместе со мной. А мне пора завтракать. Всем доброе утро и добра.